Добрый день. Как ответственный редактор книги «Право и экономика блокчейна», я расскажу вам, о чем эта книга. Сейчас во многих кругах активно обсуждают блокчейн, цифровые активы, но даже в юридических и научных кругах эта дискуссия сводится в основном к вопросу как регулируется блокчейн, как на него смотрят регуляторы. Реже дискуссия затрагивает вопрос о том, что такое блокчейн, криптовалюты, смарт-контракты, и практически никогда не обсуждается то, зачем блокчейн нужен сегодня. Наша книга построена по такому принципу, что мы рассказываем сначала о том, что такое технология блокчейн, рассказываем об этом языком, доступным и понятным гуманитариям. И после этого мы переходим к рассмотрению вопроса, зачем блокчейн важен сегодня при переходе мира от централизованного мышления к децентрализованному. Рассматриваем блокчейн с цивилизационной точки зрения. И уже потом мы рассматриваем отдельные частности блокчейна. Таким образом, у читателя будет целостная и полная картина о том, что такое блокчейн и почему он так важен именно сегодня.